Пришла посылочка из Екатеринбурга от Светланы. Сейчас мы ее вскроем и посмотрим, как все упаковано. Бумага. Так. Коробочка. Вот, все листики на месте. Все аккуратненько стоит. Каждый листик вот в такую вот бумагу. Раскрутила каждый стаканчик. Вот видно, что все листики целые, в прекрасном состоянии. Ни один не поврежден. Тут вот макушечка. Сейчас буду распаковывать дальше, потому что времени на это у меня уйдет, я думаю, очень много.